Это одни из самых сильных лошадей в мире. Сначала у нас есть бельгийская лошадь, которая может носить бревна, и все, что вы можете себе представить, это одна из самых сильных лошадей в мире, которую вы не хотите связывать с першероном. Это одно огромное животное, это из Франции, из долины реки Юисни. Этот регион когда-то был известен как Окунь, поэтому его зовут першерон. Першерон имеет большой размер, он может быть 15 или 19 ладоней в высоту, в отличие от других лошадей. У этой лошади есть предок араба, из-за этого у нее легче шея, а затем другие лошади. Как бы то ни было, это все еще очень хорошо.